Конечно, классный кабель, ничего не сказать. Это хозяйке надо памятник поставить. Ну, а если бы он не был как бы нормальным, там бы тоже ничего не получилось. Ну, он как-то невнимательно, если честно. В выгодном состоянии взять. Спасибо. Ну, он ставит хорошо. Вообще, блин, бред какой-то. Алло, Наташ, привет. Нет, я на соревнованиях. Нет, все работают и под ливнем, и подо всем. Ну, слушай, судит, конечно, он очень жестко. Блин, Татьяне такое красивое послушание было, работа у Марии тоже было. И он поставил хорошо. Ну, верхняя граница, и все. У Квая снял за преодоление метрового барьера. Да, ну вот. У Марии там какие-то мелкие-мелкие погрешности были. И, в общем, наснимал. А, команда еще стоять у нее не было, там собака прошла 3 метра. Вот так вот. У Марии. Нет, у Тани было все сделано, все. Только барьер. Представляешь, и хорошо. Да вообще странно как-то. Угу. Слушай, теннис не набрал 67. Но у него там очень много было ошибок и недоделок. Вот. Еще не выступала. Да, да, вот. Давай, я позвоню тогда потом. Ага. Ага. Что, мне сюда ехать? 15 минут. Да? Как хорошо. Что-то здесь защита плохая. Не выглядит, потому что Кайри сама быстро двигается. Угу. Она я не говорю, ползает. Что более энергично у нее движение. И собака более энергично работает, увереннее. Только не двигайся, гад. О, молодец. И скорость тоже. Молодец, молодец. Ой, Вилья, мы не видим. Сам поздавала полчаса. Не знаю. Мастифы какие-то сдавали. Поздавали, я так шоклевала. Мастифы и поздали. Ой, я же свои сдавала. Нет. Далеко садится. Ну да, плотнее даже. Меня все потеряли. Ну, что-то они не ходили. Я расстроена, наверное. Блин, с такой работой оценку хорошо, это надо вообще умудриться, блин. Да, а просто с вами чисто. Другим
такими собаками, которые совсем, ну, ползают там. И так уже отсюда получить. Вообще не понимаю. Потому что у меня действительно было все чисто. Единственное, то, что такое попрыжило все. Что-то с этим прыжком делать. Я говорю, немцы же рассказывали. Полметровые в длину стали, полметра. Широкие, широкие. Два барьера сразу вместе ставят. И в длину, чтобы собака прыгала. Разгоняют ее на мяч. Или нужно через что-то такое учить, на что она не, собака не может опираться. А он не опирается. Не опирается, но именно он, толчок. Он не может, он с места попал. Юлькин, ты мне чуть-чуть мешаешь, дорогой. Отойди, пожалуйста, назад. Ага, спасибо. Ой, господи, кто ж так прыгает-то? Слишком близко. А что ж она подошла к нему? Ой, да что ж такое-то? Ну нет, сил. Она так близко подошла, он прямо мордой об этот барьер. Сейчас, подожди. Впечатление такое, что ты очень неуверенно так делала со стороны. Ты лишь неуверенная собака такая, знаешь, немножко не хватает энергии, как-то пассивно. Она идет и ты. Не хватает этого темперамента. Конечно, это может быть пушка такая, но видно будет со стороны, что ты как-то паском как-то прощаться делаешь. А так он вообще какой-то ненормальный. У тебя оценка очень хорошая, она была бы 100%. Need, kellel on, oli okei, siis nendega, noh, hüppasid üle ilusti. Uh-huh. Ja loomulikult see mõjutab, et on ärkanud. No, mis ära mõrts? Mm-hmm. Oh,